Ух ты, как тут празднично! Интересно, что здесь происходит? Всем привет! Вы украшаете автомобильный город к ежегодному фестивалю. Супергрузовик, догоняй! О, нет! Что происходит? Вот ты где, супергрузовик! Твой злой двойник сеет хаос в автомобильном городе. Он украл праздничные шляпы? Супергрузовик, время трансформироваться! Гоночная машина. Хороший выбор. Самая быстрая в автомобильном городе. Ты поймал его, супергрузовик. Но что это такое? Злой двойник может трансформироваться и в тебя, супергрузовик. Тебе надо его остановить. Не дай ему сбежать, супергрузовик. О, нет, светофор горит красным. Тебе придется остановиться. Эй, это запрещено! О, привет, Массимо! Ты тоже готовишься к фестивалю? О, нет, путь заблокирован, супергрузовик! Теперь Массимо думает, что это ты устроил! Может, лучше трансформироваться и очистить путь, супергрузовик? Супербульдозер спешит на помощь. Это доктор Зиг, и у него праздничные шляпы. Нужно торопиться, супергрузовик. Отличная работа. А теперь нужно остановить доктора Зига и спасти праздник. Эй, Гарри, все дороги убраны к фестивалю. Доктор Зиг снова трансформировал злого двойника. Что они задумали теперь? Они снова удрали. И все очень злы на тебя. Превосходно. Теперь остановим воришку до начала фестиваля. Ты делаешь свои особенные кексы к празднику, Кэрри? О, нет. Это доктор Зик и его злой близнец. Они украли кексы. Кажется, злому близнецу действительно нравятся твои кексы. Теперь здесь два супергрузовика. Кэрри запуталась. Доктор Зиг сломал свою антенну. Теперь злой двойник супергрузовика стал обычным. Антенна не работает. Это твой шанс, супергрузовик. Используй СТ-3000. Вот это да! Отличный выстрел, супер-бумеранг! Но что с праздничными шляпами и игрушечной трубой? Тебе некуда бежать, доктор Зиг. А теперь верни-ка эти шляпы. Ура! Фестиваль спасен! Все готово к празднику. Вы ничего не забыли? Да, супергрузовик остановил воришку и вернул вам праздничные шляпы. Вкусное мороженое, Гарри. О, нет! Крока опять ездит по всему городу и пугает жителей! Ух ты, супергрузовик! Тебе нужно надуть действительно большой пузырь из жевательной резинки! О, как страшно! Супергрузовик, время для трансформации! Пусть Крокомобиль почувствует на себе всю прелесть своих проказ!
Ух ты, грузовик-динозавр точно испугает крокомобиль. Будь осторожен, сзади тебя целая лужа грязи, Джерри. Мы не хотим, чтобы ты испачкался. Кажется, едет крокомобиль. Давай-ка проверим супергрузовик. Извини, Джерри, но где же прячется крокомобиль? Супергрузовик, он тут! За ним! Супергрузовик, крокомобиль вон там, прячется за этим зданием. Наверное, он собирается испугать кого-то еще. Нужно действовать быстро, супергрузовик. Супергрузовик, скорее! Извини, Кэрри, мы собирались испугать крока. Вот так, получай! Крока, кажется, теперь разыграли тебя. Этот динозавр на самом деле супергрузовик. Берегись, супергрузовик! Крокомобиль уже здесь! Он знает, что ты не настоящий динозавр! Догони его, супергрузовик! Супергрузовик, используй СТ-3000! Этот суперускоритель поможет избавиться от этого слайма! Вот это да! Слайм просто слетает с тебя! Остался маленький кусочек! Посторонитесь, иначе измажетесь в слайм! Упс, все, теперь от слайма не осталось и следа. Он весь на Уолтере. Смотри, супергрузовик, крокомобиль все еще ждет тебя. О, нет! Все посторонитесь! Супергрузовик едет прямо на вас! Он вас всех разыграл! В автомобильном городе зима, и все так рады снегу! Что это было? О, нет! Это новая злая игрушка крокомобиля. Пора спасать город, супергрузовик. Оу, кажется, детишкам это даже нравится. Крокомобиль продолжает замораживать предметы по всему автомобильному городу. Найди его, супергрузовик. О, нет, только не блинная машина Кэрри. Oh!
О, нет! Одна из твоих гусениц заморожена! Скорее, супергрузовик! Тебе нужно снова трансформироваться! Молодец, супергрузовик! А теперь помоги Кэрри высвободиться! Ты в порядке, супергрузовик? Упс! Да! Просверли себе выход! О, нет! Туннель обвалился! Ты сможешь просверлить себе выход? Отлично! А вот и крокомобиль! Стоять! Ух ты, у тебя тоже есть замораживающий луч. Ой-ой, похоже, ты в ловушке. Пора тебе почувствовать на себе свое изобретение, крокомобиль. Как мило, что вы все равно играете с крокомобилем. Привет, малыши. Вы здесь потому, что слышали, что на кукурузном поле динозавр? Будьте осторожны, он очень страшный. Смотрите, след динозавра. Это что, хвост динозавра? Откуда весь этот дым? Бегите, детишки! Скорее уносите ноги! Фу, у вас получилось, друзья. Погодите-ка, а где Чили? Только не говорите мне, что он все еще в лабиринте с динозавром. Скорее, малыши, позовите кого-нибудь на помощь. Супергрузовик, как хорошо, что ты здесь. Тебе нужно помочь Чили, он потерялся в кукурузном лабиринте. Но будь осторожен, там на поле бродит динозавр. Отличная мысль, супергрузовик. Лучший способ победить динозавра – стать динозавром самому. А теперь давайте найдем Чили до того, как его обнаружит динозавр. Чили нигде нет. Так мы никого не найдем. Тебе нужно придумать другой план, супергрузовик. У тебя есть идея? Ага. Превосходная мысль. Если у нас будет радар, мы быстро найдем Чили. Уверен, он где-то поблизости. Смотри-ка, радар кого-то засек. Стойте. А что, если это динозавр? Он приближается. Что? Эти яйца выглядят знакомыми. Это и есть динозавр. Давайте выбираться отсюда. Супергрузовик, у тебя есть план?
Я не могу поверить, все это время страшным динозавром притворялся Крокомобиль? Эта шутка была совсем не смешная, негодяй Крока. Но я бы не смеялся так сильно. Это будет тебе уроком, не настоящий Дино. Ты потрясающий супергрузовик. Ты сразу понял, что страшный динозавр — это Крокомобиль? Ага. Ты всегда меня удивляешь. А теперь давайте вернем чилик, друзья. Сюда, супергрузовик. Больше не бойся, Чили. Супергрузовик здесь, чтобы вывести вас из лабиринта. Все верно, малыши. Все это время это был не динозавр, а Крокомобиль. Смотрите, Чили нашел выход. Но где супергрузовик? О, нет! Динозавр все-таки был настоящий! Не беспокойтесь, друзья. Уверен, супергрузовик что-нибудь придумает. Ну ты и шутник, супергрузовик. Видели, малыши? Не было никакого динозавра в лабиринте. А? Что это было? Поторопись, супергрузовик. Тебе нельзя опаздывать на праздник в твою честь. Давай же, если ты опоздаешь, кто тогда получит ключ от города? Фух, как раз вовремя. Что такое, супергрузовик? Что? Еще один супергрузовик? Но кто он и что ему нужно? Осторожно, это злой супергрузовик. Он хочет повергнуть город в хаос. О, нет, куда он поехал? Ой-ой, у меня очень плохое предчувствие на этот счет. Стойте, это что, злой доктор Зик? Что он здесь делает? Он направляется к парку. Тебе стоит поехать за ним, супергрузовик. О, нет, весь автомобильный город теперь настроен против тебя. Что это? Смотри, это же доктор Зик. Тебе стоит проследить за ним. Он выглядит очень подозрительно. Он убегает. Тебе понадобится помощь, супергрузовик. Он направляется к туннелю. Супергрузовик, не дай ему удрать. Злой супергрузовик? Что здесь происходит? Ну, конечно. Должно быть, именно доктор Зиг создал этого злого брата-близнеца. Каков негодяй. Будь начеку, супергрузовик. Я не доверяю этому пройдохе. О, нет. Доктор Зик и злой близнец пытаются сбежать. Тебе нужно их остановить, супергрузовик. Другой супергрузовик хорош, но ты еще лучше. Давай же, супергрузовик, ты почти догнал их. Они разделились. Тебе нужно выбрать, кого преследовать, супергрузовик. Хороший выбор. Сначала остановим злого близнеца. Берри, берегись. О, нет, Берри в беде! Тебе нужно помочь ему, супергрузовик! Давай, супергрузовик, ты действительно раздумываешь над этим? Пора переходить на усиленный режим! Спасательный жилет. Отлично, супергрузовик. Молодец. Да, и все жители города это видели. Супергрузовик. Теперь они знают, что это не ты проказничал до этого. Берри, ты в порядке? А теперь давай остановим доктора Зига и не настоящего супергрузовика. Так значит, ключ был целью твоего злого плана, доктор Зиг. Но все кончено, доктор Зиг. Этот ключ тебе не принадлежит, и ты его не заслуживаешь.
Не переживай, супергрузовик, пусть убегает. В этот раз ему повезло. Я думаю, это принадлежит тебе, супергрузовик. Ты его действительно заслужил. Ключ от города принадлежит настоящим героям. Крокомобиль, какую шалость ты задумал в этот раз? О, нет, ты опять украл конфеты. Хорошо, что супергрузовик здесь, чтобы остановить тебя. Горит красный, тебе придется остановиться. Тебе нужно остановить крокомобиля. Сейчас случится авария, супергрузовик. Пора трансформироваться. Фрэнк, назад! Ты в порядке? Тебе надо остановить его, супергрузовик. Давай остановим крокомобиля, пока он никого не повредил. Гарри, крокомобиль едет не по правилам. Будь осторожен, это должно быть крокомобиль. Супергрузовик, у крокомобиля все еще кружится голова после столкновения. Крокомобиль, остановись! Теперь ты в безопасности, Гарри. Не волнуйся, супергрузовик остановит крокомобиля, пока он не устроил здесь хаос. Не забывайте посмотреть налево, а затем направо, малыши. Теперь можно переходить дорогу. Назад, малыши! Крока едет очень быстро! Супергрузовик, малыши в опасности! Супергрузовик приехал защитить вас, детишки. Вы в безопасности, малыши. Давайте переведем вас на другую сторону дороги. Берегите себя, малыши. Супергрузовику нужно еще поймать воришку. Давай, супергрузовик. О, нет, крокомобиль едет прямо к каналу. Ты сейчас поранишься. Крокомобиль без сознания. Он не слышит тебя. Тебе нужно вмешаться, супергрузовик. Это было опасно. Ты не можешь водить в таком состоянии, крокомобиль. Это нужно остановить. Пришло время использовать СТ-3000. Буксировочный трос вернет крокомобиля на дорогу. О, нет, он снова потерял контроль. Супергрузовик, нужно предупредить машины об опасности. Это работает! Крокомобиль едет прямо к тупику. Ты в безопасности, крокомобиль. Врач позаботится о тебе. А теперь, когда ты в порядке, тебе нужно вернуть все на места. В этот раз крокомобиль усвоил урок. Привет, крокомобиль. Что ты собираешься делать с этими бочками? Крокомобиль, в бочке течь. О, нет, нефть загрязняет океан. Вот это да! Какой пируэт! О, нет! Нефть разливается по воде прямо к акулам! Остерегайтесь нефти! Супергрузовик, в океане разлив нефти! Из-за нее акулы в опасности! Время трансформироваться!
Суперлодка готова спасать акул. Давай начнем с первой акулы. О, нет, акула недостаточно быстрая, чтобы уплыть от петла. Супергрузовик, используй рыбацкую сеть. Давай отвезем тебя подальше от этой нефти. Теперь ты в безопасности. Осталось спасти еще двух акул. Теперь давай спасем вторую акулу. О, нет, пятно нефти заблокировало путь. Превосходно! Акула, забирайся сюда! Пристегни ремень, акула, потому что супергрузовик сейчас полетит! Давай отвезем акулу в безопасное место. Малыш окружен нефтью, и она уже совсем близко. Тебе не добраться до малыша, будучи лодкой. Время трансформироваться. Супервертолет спасет акуленка. Не волнуйся, малыш. Супергрузовик уже здесь. Давай, малыш, хватайся крепко за полозья. Надеюсь, это не больно. Семья акул официально спасена. Но тебе все еще нужно очистить океан от нефти. Пора воспользоваться СТ-3000. С помощью суперпылесоса ты быстро очистишь воду. Отличная работа, супергрузовик. Посмотри туда. Это крокомобиль, и он продолжает выбрасывать мусор в океан. Осторожно, супергрузовик. О, нет. Супергрузовик тонет. Крокомобиль тоже расплачивается за свои поступки. Посмотри туда, супергрузовик. Акулы спасли тебя, супергрузовик. Но где крокомобиль? Малыш-акула хочет удостовериться, что крокомобиль больше не нанесет вреда природе. Большие пузыри такие чудесные, но их очень сложно сделать. О, это доктор Зиг и его последнее изобретение. Интересно, что это? О, нет, надуватель мыльных пузырей Зига поймал Санни. Скорее, супергрузовик! Доктор Зиг поймал Санни в огромный мыльный пузырь. Берегись, супергрузовик! Кажется, доктор Зиг хочет и тебя поймать в пузырь. О, нет! Тебя тоже поймали в огромный пузырь! Пора трансформироваться! Единорог? Ага, я понял. Ты будешь лопать пузыри своим острым рогом. Хороший план. Ты свободен. А теперь пора освободить Санни. Грузовик-единорог пришел тебе на помощь, Санни. Молодец, супергрузовик. Ты спас Санни. Но где же все остальные малыши-машинки? О, нет. Доктор Зиг поймал всех малышей. Ты поможешь им, грузовик-единорог? Отличная работа, грузовик-единорог. Ты спас всех малышей. Но где же Берри? Берри так высоко, он не сможет безопасно приземлиться. Есть идеи, грузовик-единорог? Грузовик-единорог сдувает пузырь с Берри к колесу обозрения, чтобы он смог безопасно вернуться на землю. Твой план превосходно сработал. Берри приземлился и не поранился.
Неплохо, ты разрушил планы доктора Зига. Но где он сам? А вот и он. Грузовик единорог. Его нужно остановить, пока он не натворил еще что-нибудь. Злой доктор Зиг замуровал Лили в огромном мыльном пузыре. Не волнуйся, Лили, грузовик единорог поможет и тебе. Пузырь слишком высоко. Это небезопасно. Нужно придумать что-то другое. Невероятная идея! Пузырь Лили катится по радуге. Пузырь катится слишком быстро. Он может упасть в океан. Грузовик единорог! Не переживай, Лили. Может быть, грузовик единорог сможет телепортировать тебя на пляж? О, нет, не получается. Продолжай, грузовик единорог! О, нет! Пузырь лопнул, и Лили сейчас упадет в океан! Грузовик единорог, помоги! Может быть, ты сможешь воспользоваться СТ-3000? У тебя получилось! Супергрузовик, ты спас Лили! О, нет, доктор Зиг все еще здесь! Что ты сделаешь, чтобы остановить его? Грузовик единорог, берегись! Доктор Зиг делает очередной пузырь! Доктор Зиг попался в свой собственный пузырь! Осторожно, ребята! Здесь еще пузыри! Доктор Зиг снова здесь! О, это всего лишь сани! Это была шутка!